Ассаламу алейкум, достар. Бул каштанов. Менен каштанов реакшн канала Макош Кельдиниздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Это видео из Германии взорвало весь Казахстан. Казахский танец по-немецки». Ну что ж, ребята, давайте посмотрим вместе. Это такое, судя по всему, нашумевшее видео. Сразу напишите, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь уже его видел или впервые со мной посмотрите, будет интересно. В общем, приступаем. Прежде чем мы приступим, Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте. Ну а мы приступаем. Кетка. Немцы из Казахстана, которые переехали на историческую родину в Германию, не забыли традиции казахского народа. Тому пример этот снятый видеоролик в Германии, который распространяется в Казнете. Немцы в казахском национальном костюме танцуют народный танец камажай. Некоторые из них разговаривают на казахском языке и передают привет казахстанцам. Пользователи выражают огромную благодарность немцам, позитивно комментируя видеоролик. Алкоголь в кадре замыливают, да? Там, по-моему, 5-литровая стоит огромная бутыль, но это не главное. Главное здесь танец и барашек запеченный. Все-таки я думаю, что это барашек. Ребята, по-вашему, что это? Капец, да? Так, ну что, ребят, умеют люди отдыхать, собственно, и отдыхают, да, на новой своей родине, но не забывают, что называется, корни. И, ну, это всегда круто. То есть ты так и своим детям все это передашь. Ну, судя по возрасту, тут, наверное, уже и внуки есть, конечно же, и внукам передашь культуру, даже находясь за тысячи и тысячи километров от своей родной земли. Да, интересное видео. Ну, для меня, как для россиянина, ну, обычное видео, ну, для вас, для казахов, для казахстанцев, понятное дело, патриотические чувства, анау-мынау, гордость за своих земляков, это я все прекрасно понимаю, круто, я бы, наверное, тоже бы такое испытывал, если бы где-нибудь то же самое было, только вот, допустим, с русскими, да, но только я слабо себе представляю, что где-нибудь во Франции, наши, в ресторанчике, ну, не в ресторанчике, а в каком-нибудь зале, да, сняли зал, пир горой, да, и наши танцуют в кокошниках, в национальных костюмах. Вообще этого себе просто не могу представить от слова совсем. А у вас это все в порядке вещей, мужчины, женщины в национальных костюмах танцуют под, опять же, народные песни, под народные композиции.
и чувствуют себя, как говорится, в полном порядке. У нас такого как бы нет. Не, может быть, где-то есть отдельные случаи, но в целом, если говорить про тенденцию, такого, конечно же, нет. Если спросить себя, хотел бы я, чтобы так было? Ну, наверное, хотел бы. Наверное, хотел бы. Если бы это принимало такие массовые формы, все бы к этому привыкли, и это бы нормально воспринималось, так круто. А если один случай такой где-то появится, и там наши такие в национальных костюмах танцуют, то это будет как-то не очень выглядеть, если честно. Но опять же, если это будет отдельный единичный случай, а если это будет массово, то народ привыкнет и будет все ок. Достар, на этом все. Рахмет, что посмотрели это видео вместе со мной. Пишите в комментариях, что вы думаете. Кстати, на днях вышло видео у меня на канале. Там, где я захожу в казахстанскую чат-рулетку. И дальше я не буду спойлерить. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Переходите, смотрите. Там очень круто и интересно. Все, давайте, Достар. Всем пока. Удачи. До встречи.